Мария Вострикова занимается биатлоном уже больше 5 лет. Это ее не первые соревнования, но сегодня особенный день. В Химках открывают сезон зимних видов спорта. Мне понравился этот вид спорта именно из-за стрельбы, потому что мне все время хотелось стрелять. Самое сложное, я думаю, это собраться на гонку и отстрелять по нулям, потому что очень сложно успокоиться и собраться. За каждый промах мимо мишени биатлонист должен проехать штрафной круг. Его длина варьируется от 1 до 1,5 километров. Так что меткая стрельба – это залог победы на соревнованиях. Сегодня все бегут спринт. 3 километра – это у нас 3 круга по 1 километру с 2 стрелковыми рубежами. Самые маленькие стреляют у нас 2 лёжки. И начиная уже с чуть более взрослых, они стреляют лёжа и стоя. В соревнованиях участвовали больше 60 детей. Победители будут представлять городской округ на областных и всероссийских турнирах.